пойти поискать артефактов, что ли? Необходимо спрятать оружие у входа в научно-исследовательский комплекс. Сталкер, должен предупредить, вход в бункер с оружием строго воспрещен. А, подходите. Что у вас? Один у нас валяется в сумке, в этом в тайнике. Ну, куплю, сдам квест. Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Привет! Удачи тебе! Знаете. Чё, нет? Ну, короче. Привет, брат. Раньше проводники нехилый крюк делали, а я пробил путь покороче. Реально, просто чесанул напрямик. Хоп, раз, два, туда-сюда. Все шифры насчет проходов через аномалии быстро выкупил.
тему проводнику загнал. Ну, не за так, ясное дело. Так он теперь всех моим путем и водит. Знаете чего? Я так мыслю, погорячился я насчет военных. Глобально, они ничего так, people, нормальные. Здравствуй, сталкер. Ну, привет. Да мне до задницы. Я считаю, надо этот артефакт загнать. За эти деньги нанимаем людей и с ними атакуем бандитов. Я тебе говорю, его как выкуп лучше принести. Слушаю тебя. Как дела, охотничьи? Сталкер на дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить, как там что, все ли в целости. И надо же, сидит кто-то там, шуршит, ноги босые свисают. И цап того, что на дереве сидит, крепко. Ну, привет. Привет, брат. Слушай. Настроение хуже не бывает. Вернулся кругом смешно. Привет, брат. Если бы всегда такая группа была. Ну, привет! Это если прикинуть. Так, ага. Точно. Здравствуй! Четыре таких похода вчера. Да если бы еще хабар не прожил, не все. Завязываю с зоной нахрен. Мужик, сюда! Вот так и загнешься. Не за хвост собачий.
Ну что, есть что-то новое? Давай, давай, не задерживайся. Две ночные звезды. Если так и дальше пойдем. В гробу я видел ваш хваленый. Это я, Сыч. Заваливай. Ты оружие-то? Опусти, опусти. Этого дурака нет, а вот он. Подходи! Ты заглядывай, тут весело бывает. Здравствуй, сталкер. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Как говорится,
Во, компас-то у нас есть. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Опа! Куда не уплывет. Ты заваливай, перетрем. И кто же ты к нам? Живы будем, пересечемся. Колобок здесь вроде должен быть.
вообще жить здесь? Не расклады пошли. Сидят, блин, на своих долбанных местах.
на топ, что ли, сходить, вертолет там посмотреть. Вся электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась.
Тебя гранатой! Слушай, привет, тебя. Брат. Опа! Ты заваливай, перетрем. Как говорится.
Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Ну что, есть что-то новое? Давай, давай, не задерживайся. Вообще не испортился экзоскелет. Я тут вспомнил. Ну ты выдал. Вот такое, знаешь кто? Пересеклись как-то возле кордона сталкер и вояка. Сталкер, солдат. Куда чешет? Ты чё, мужик? Охренел? Это ж военная тайна. Эй, не кричи, ну не знал. А чё несёшь-то такое тяжёлое? Весь вспотел. Да блин, вспотеешь тут. Патроны эти бронебойные на склад перейти. Семьдесят бинтов, куда их бинтовать? Я тут вспомнил вас. Один сталкер у другого спрашивает, а знаешь, какая машина самая сталкерская? Я отвечаю, что какая. Чего за... Здравствуй! Ну, все просто. Надежная как-то. И багажник впереди. За кобором удобно присматривать. Не вопрос, оружие только спрячь. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться.
Ну, привет. Ну? Ну, привет. Я слушаю. Привет, брат. Ну, я слушаю. Здравствуй. Да-да, я слушаю. Здравствуй. Привет, брат.